Да пребудет с тобой свет. Да благословит тебя свет. Я могу помочь? За Альянс! Приветствую.
Здорово. Здорово, Анли. Ой, бля. Знаю, как я давно не был в ПВЕ. Ну не пробуешь. Да не, тут я уже был в Каражане, типа. Ну и когда там он был? БК был. Откуда у тебя уже столько этих персонажей здесь? Ты ж... Быстрый там, перенос. Там, там. Ну и как давно я играю? 3 месяца или больше? Да, 4 года. А чё ты вот ник, допустим, сделал мастер ДЦ, а там просто мастер РАЛ, там не мастер ПАЛ и не мастер ВАР? У меня же мастер РАЛ, типа, это... главные ники, блядь. А этот ник я не знаю, нихуя сделал, блядь. У меня типа связанный, но я не хотел, блядь, связанный. Короче, как раз придумал, я ебал меня пить. Нет.
Хоть и мастер ДЦ, но у меня спека ДЦ нету. Ты, у тебя здесь своя гильда чистая или ты зам? Типа зам, типа да. Типа на подсосе все нормально. А, ну туда, ладно. Ты что, ты знаешь, я хуйня рел. Ну, блять, я тебя давно уже не слышал. А чем мы там с тобой последний раз делали? Эти арене или, по-моему? Это начало было. А мы в какой-то гильдии еще потом более раз пересекли. А, да. Дети авангарда, по-моему, были. Да нет, дети авангарда кидали. А белорус Солик, это в Беларуси, да, чувак? А с какого города? А, я из Витебска. Да что, сейчас будешь меня одевать, потому что я тут вообще не шарю, да. Думаешь, я шарю? Ну, ты так уже у тебя вон гильда своя чита есть. На чисто вагоне. Авария, ты у меня видел уже грань. А что твоя гильда? У меня PvP типа аутдор. Ну, типа стычка, короче, ну, рейд на рейд, там, на нейтралку выходим и пиздимся, понял? А я знаю, что такое аутдор. Ну вот. Ну, перешли сюда с соку тоже гильдой. Как у нас тут есть самый приглашенный топ-реал аутдора? Какой? Азенус Рога. Гера. Нет, с ПВП билдом шипает вообще много, блядь. Целка попасть, тут четвертая карта по-любому нужна, да? Да. Одно дерьмо упало. Нормально, то что надо, блять. На холи приста. А, так ты приста одеваешь? Угу. Когда тут, когда вообще успеваете? Я так смотрю на тебя, типа, пару дней, где приходится.
Где уже 240-й берут? Если у тебя руки есть, тут одеваться не проблема. Гимн на хп. Ты уже можешь играть? Да, я приехал уже с Рашки. Нахуй ты ездил? Зарабатывал еще нахуй. А, ты с Беларуси. Да. Тут такой по. Ну как, можно заработать? Ну, блять, мало еще платит. А что, в России больше платят? Конечно. Я там за месяц полтора срубал. Заебись место подымет. Говорят, что в России хуёвый зарплат. Ну, блядь, там через знакомых. А, да, через знакомых можно в Украине зарабатывать. Три хила, не дай бог, кто-то упадет, пиздал. У меня, короче, в танке спики чисто дамажи сейчас, так что у вас два хила. Ладно, отмазала. Ты мне там скажешь, если что, а то я так смог не помню. Смутное мгновение, а? Слушай, делай холи-палы и погнали арену вырываться. Вообще в пиздец. Я уже раз так делал. А. 230 на БГ разъебываю. Ну, Ретрик Армс. А, ну делай про товара разве. Кармс тоже пойдет, я думаю. Чисто там. Я не знаю, я больше люблю протар. Да, протар Ретрик. Ну, одно любите, второй братья. Так что это такое. Пойду воды наберу. Люкса немного. Это нормально то, что я по мане сажусь? Я вообще должна ходить, я. Ретрик или кто? Ну, я типа сейчас танк, который хочет от Ретрика, так что Ретрик.
Так, тебе надо печать мщения, а не на трэш и печать порчи. Ой, печать повиновения. На соло тарпе так печать порчи. Резайте трупы. На соло-таргет что? Печать порчи. А на трэш? Печать повиновения. Если у тебя еще и манускрипт есть на печать порчи, то это вообще заебись. Ну, у меня, по-моему, манускрипт на хило. А в танке у тебя какой хило? Свой манускрипт, что ли? А, нет, у меня тут еще есть. А, у меня есть на силу и крит с рубашки, который... Надевай его какой-то... А, на блок щитом. Одевай это с рубашки. Угу. На блок щита, я понял, что говно. Морозов, да? Сука, всю ману палит. У меня же крылья есть. Вот эта сука, которая ману палит, я бы еще с выгибал на. Как-то неловко. Танк от меня. У меня на танка. Уебать, плащик упал нахуй. Ну, плащ, наверное, не Шредер на танк, короче, да. Я в смысле? Я тут на танк роли вообще. Хильте лучше рейд, а не роль тебе. О, Шреддер спит лучше сыр. Блин, баба, лоло. Это какого хуя они с второго этажа пришли, блядь? Yeah.
Ну пизда, бля. Походу пора всех загонять в Дискорд, да? Сука, еще репа нету, блядь. Тут ученицы нахуй. Что там надо? Уважение или грек? А я херки. Или фул реп нужно? Походу фул репа, потому что у меня уже, блядь, дружелюбие нихуя. Походу надо уважение. Ну, по-моему, дружелюбие уже после уважения. Нет, уважение идет после дружелюбия. Или почтение, стоп. Значит, уважение, почтение и превознесение, понял? А где ты ученица говорил? На первом этаже, но там, блядь, надо эту... репу. Нет, я это понял, это проверил. Да я уже сколько только что проверил. Нельзя починиться. Ой, я могу починиться, отлично. У тебя сколько реп? М? У тебя сколько реп? Ну, я же говорю, у меня уважение. Ну, это, короче, 2000 из 12.
сука, уважение на ебаный. Поломался полностью. Да вроде нет, но уже 34%. Я пока молчу, я не матерюсь, не. Никто в комнату, блядь, не заходит. Кто заходит в комнату, кикай нахуй с рейда, блядь. Стали сбоку, нахуй. Возле стенки, блядь. Подошли все сюда, на. Шреддер, кидай огонь. Шли назад.
Керу. Ваша совесть. Бля, я в голос. Что происходит? Куда я попал, поясни мне. Чем раз, тем больше желания ливнуть нахуй с рейда, блядь.
представление! Сегодня мы измерим глубины человеческой души вместе с этой потерявшейся маленькой девочкой, которой верные спутники помогают искать путь домой. Но ее преследует злобная, омерзительная старая карга. Сумеет ли она выжить? Вернется ли она домой? Время покажет. Итак, начинаем представление! Джованни, то от наверняка надо убегать. Надо бы.
скажу одно, блядь, в лоу-левел шмоте, лоу-левел шмоте, нахуй, мультидотинг вообще нет. Тем антифера. Нахера вы дали гиру?
пытаем обновить. Я надеюсь, никому не нужна, да? Она с духом, алло. Ну, у меня-то 226-я. Это у меня тоже, так что всем надо. Роль тоже, ну, если надо. Только с духом я тебя потом засмею. Холи-пали. Зачем на паладина дух? Ну, знаете, хоть что-то. Если у тебя в синяя была, ноленька не слышу. Инкани свою шею, как бы. Врачок. Зачем ты в циклон кинул его нахуй?